этого искусства. Это еще и образ жизни. И об этом нам говорит программа Dance.ua, которая выходит на телеканале «Фаворит». Сегодня же в ночном музее собрались все те, кто не представляют своей жизни без танца. На вечеринке Dance.ua Party. Откуда все-таки у тебя любовь это к танцу? Ну и, собственно, ну извини, конечно, но за что ты это делаешь? На какие средства? Кто тебе помогает? Никто не помогает, все своими силами делаем. Да не знаю, просто хочется себя реализовать, хочется реализовать людей, хочется показать людей людям, показать, что у нас город действительно танцует, действительно очень много школ. Я занимаюсь любимым делом, я очень рад, что... Команда есть, которая тоже занимается любимым делом. И мы снимаем людей, которые занимаются любимым делом. Это, мне кажется, это полная гармония, стопроцентная такая. Коллективу, который действительно смог пропагандировать культуру танца. Ну, на ваш взгляд, какое будущее у программы? Я надеюсь, что большое, потому что они на энтузиазме работают. Ребята не за деньги, а благородно преследуют цель развития танцевальной культуры в городе Харькове. Да, именно программа, это наши, во-первых, это наши друзья, которые пригласили нас сегодня сюда. Они как бы отмечают свое, можно сказать, день рождения, ну, негласное день рождения, которое как бы посвящено тому, что они наконец-то прорвались, ну, как бы на телевидении. Так, они перед этим были исключительно в интернете, то есть ВКонтакте, в сетях. Девушки, я думаю, что проект Dance.ua – это, наверное, не просто телевизионный очередной коммерческий проект, это проект, который просто от чистого сердца делает качественную программу о танце, о танцевальной культуре. Есть ли она, это та самая танцевальная культура в нашем городе? Как много людей в нашем городе танцуют, вот на ваш взгляд? Я считаю, что в городе у нас однозначно есть танцевальная культура. Я скажу, что ее побольше, чем, может, в других городах больших нашей страны. И это очень радует, потому что у нас развиваются совершенно разные направления. Вот, даже те, в которых мы не развиваемся, вот лично мы, очень приятно смотреть на других людей, другие стили, то, чем они занимаются, и то, что они получают от этого действительно удовольствие. Относящийся больше не к творчеству, а, наверное, просто к телевидению, могу сказать следующее. Dance.ua – это еще и просто качественно выполненная программа. Это изумительный монтаж, это изумительная операторская работа. Все-таки, я так понимаю, что для тебя было и это главное – показать, что все-таки Харьков может делать что-то качественное. Хотелось просто делать все на совесть. И я думаю, что мы делаем все на совесть. И не собираемся вообще останавливаться. Все всегда будет качественно, все всегда на совесть. Главная задача – передать атмосферу, ту, которая происходит в кадре. Будь это событие, будь это школа, будь это мастер-класс или просто интересный какой-то человек. Ребят, ну я вам, наверное, тоже хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнее шоу. Мне кажется, что вы сегодня вот зажгли как-то вот особенно, я бы так сказала. Всегда так проходит выступление? Да, во-первых, для вас сегодня работали не профессионалы. Это люди любых возрастов, у людей любые разные совершенно физические возможности. Для кого-то мир хореографии уже
6 лет, для кого-то первый месяц, первая неделя. И, конечно, люди, которые преданы искусству, преданы терпсихоте, они, конечно же, всегда себя отдают с любовью. Для них это не заработок, а для них это хобби, для них это классно эмоционально провести время и возможность показать свои новые какие-то достигнутые цели. Сегодня постараемся как бы рассказать людям, что такое настоящий винил, то есть диджей, вот диджей Дач, я MC, буду, он сегодня будет играть на виниле, вот, а я буду это все озвучивать, то есть более людям говорить, что будет происходить, то есть винил, там все дела, настоящий хип-хоп, панк будет играть сегодня, вот, так что настоящая школа, old school, можно так сказать. Я буду играть разную музыку разных годов, 70-х, 80-х, это фанк-музыка, хип-хоп-музыка. Я думаю, что огромное количество талантов уже прошло через группу Турбо, через коллектив, структуру группы Турбо. Сколько сегодня этих людей? Можно ли их как-то посчитать? Посчитать это невозможно, но все еще впереди. Я надеюсь, что мы будем держать такую же планку и тот же уровень. Конечно же, сегодня говорим о Dance.ua, о программе Dance.ua. Как вы думаете, нужна ли она Харькову, что она несет, что она хранит в себе и что, собственно, вот демонстрирует тем самым телезрителям, которые вот смотрят на вас сегодня и думают, о господи, может быть, и мне стоит все-таки начать танцевать. Именно так. Нужна. 100%. Они такие отзывчивые. Их просишь, они приходят, снимают, делают ролики, приглашают. И все это делают бескорыстно. Спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Приглашайте. Таким образом люди узнают о хороших коллективах. Какие есть правильные направления, какие есть новые стили, новые фестивали. Нужна такая программа и нужен такой проект. Вы большие молодцы. Людей, которые танцуют, которые танцевали, танцуют или будут танцевать, имеют желание. Танцует каждый, а дальше уже зависит от человека, где, с кем и как. Проект Dance.ua, наверное, таким внегласным днем рождения. Это во-первых, поздравляю вас, ребята, вы молодцы, действительно, я это уже повторяла не один раз. Но еще мы сегодня празднуем все-таки ваш выход на телевидение. Да, мы выходим на телеканале «Фаворит» каждый четверг в 17:00 и в субботу в 16:00. Отлично. Теперь зрители программы «Party Time» могут теперь еще и наблюдать за еще одним отличным проектом на телеканале «Фаворит» Dance.ua. Спасибо.